Добрый день, пришел заказ из Китая, посылочка с магазина Гербест. Дошла за 2 недели, здесь у меня должен быть фонарик танк. Маленький наклюшный фонарик. Всякая мелочевка. Заказ мне разделили на 2 части. Вторая часть тоже идет этой же компанией, тоже трек-номер дали, хотя платил за 1 трек-номер. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь вот такой фонарик, потом на него сниму обзорчик небольшой. Вот такие клипсы тоже сниму. Накладки на джойстик. Пересунул чехол на джойстик. Это для ключей такая, тоже сниму отдельно. Это карабинчик. Наборчик. Вилка ложкой. И сам фонарик танка. Вставляется он. Модель называется Е, по-моему, B06, 107. Ну, сейчас разберем, посмотрим. Запакован такую пупырку. Коробочка металлическая. Вроде не помялась, нет, помялась. Вон, в 2 местах помялась. Вот так коробочка выглядит. Е09, вот модель называется. Здесь поролончик у нас. Здесь, по-моему, гарантия. Да, гарантийный талончик на английском языке. И сама инструкция для фонарика. Тоже есть на английском языке. Здесь такое кольцо самозаводное. Заводное кольцо, или не самозаводное, заводное просто. Такое плотненькое, толстое. Вот такой фонарик. И еще что-то есть. Должны, наверное, уплотнительные кольца быть еще. Хорошо, коробочка сверху хоть не помялась. Вот такие 2 кольца уплотнительные. Хорошо, что есть в комплекте. Фонарик сам небольшой, как бы розового цвета, но он какой-то больше не розовый, красный какой-то непонятный. Небольшой, линейку не взял, не могу показать вам. Номерной танк 007 Е09. Давайте его раскрутим. Светодиод. Ну, все вроде сделано аккуратно. Давайте рассмотрим. Раскрутим, посмотрим, что там внутри. Здесь больше не разбирается. Уплотнительное кольцо. Здесь сама плата. Здесь больше ничего не открывается. То есть надо высовывать отсюда, скорее всего, так. Да, больше ничего не открывается. И здесь, наверное, уплотнительное кольцо какое-то стоит. Попробуем по инструкции посмотреть, где. Плюс сюда, минус сюда. Там, по-моему, пружинка или нету пружинки, не видно. Резьба не смазана, анодированная тоже. Контакты, значит, по краю идут, по торцу.
Так он светит достаточно ярко. Один режим у него, по-моему. Посмотрю потом в описании. Включается поворотом до упора. В принципе, светит достаточно ярко. Сколько люмен, я не помню. Перейдете по ссылочке, посмотрите. Качество вроде неплохое. Здесь под темляк. Кольцо, наверное, можно вот так сделать. Или на одну. На одну, наверное. Ну да, так вот. Не будет мешать ставить его так. И так все, в принципе, стоит. Ну, в принципе, качество неплохое, фонарик. Обошелся он мне 10 с копейкой. Плюс бонусами немножко. Недорого. На ключах будет висеть неплохо. Так что, кому понравился, берите. В такой подарочной упаковке. Если бы немножко не помялось, вообще было бы хорошо. Но все равно. Упаковка достойная такая. Так что, фонарик неплохой. Сниму я, как он снимает. Ну, как светит он. Да, вот здесь видно, удар был. Как в подъезде с ним. Я думаю, что будет в подъезде вообще шикарно. Даже так. Будут вопросы, пишите. Не знаю, вот будет ли работать на литии он. Да, на литии он тоже будет работать. 120 люмен. Напряжение. От 0,8 до 3,7. То есть литий будет работать. И 3, а, ну это 10800, по-моему, или какой-то. То есть размер. Водозащита IPX8, 1,5 метра. 12,7 грамм он весит. Размеры вот тоже есть. 70 на 15. Если кому-то видно, можете на паузу поставить, посмотреть. А то у меня микрофона нету. Жалуются, что звук, голос тихий у меня. Так что так, спасибо за просмотр. Пока-пока.